Обещанная, хрен знает когда, видос о мистике. Это где-то... Вообще оно в предыдущем видео должно быть видно, вот этот вот платочек эйвоновский с зодиакальным кругом. Не знаю, относится это к мистике или нет, ну и вообще как, у меня тут в блокнотике написано, даже ответы написаны, еще прикиньте на те вопросы, которые год назад, наверное, задавались, а тут у меня тут закладочка, я читарую. Вот. Он отгоняет злых духов. На самом деле шутка. Я не верю во всю эту ахинею, хоть в 13 лет, прикиньте, он сохранился. Я начала заниматься астрологией, в основном с пинга моей мамы, по книжке Думна Миклер. Астрологический букварь, совершенно без понятия, связана ли астрология с мистикой. И да, 32 колод карт у меня тоже уже больше нет. Одно время я на них, ну сами понимаете, гадала. В общем, спешу вас разочаровать, ребятки. Привидений я не видела. Хотя в детстве, да, мы с сестрами баловались, там как-то на карандашиках какого-то духа с потолка, с чердака вызывали, не знаю, приходил или нет. Пушкина в основном вызывали, тоже без понятия, был ли он. Еще вот этой иголочкой водили там, рука у меня постоянно дрожала уже после аварии. Дрожала, если я волновалась, да? Водили, по-моему, сестры или кто-то еще в школе, мы там в 5-6 классе девчонками, то, что там что-то пишешь, какую-то букву, цифру, да, и вот этой иголочкой водишь, чтобы она тебе что-то сказала. Посмотрите сериал «Зачарованные», был такой. Говорят, что вроде реинкарнировался ремейком, не знаю, как, правда или нет. В общем, сейчас я тут возьму свой этот блокнотик волшебный. Свечечка, я решила, что вот такой антуаж будет лучше, если одна свечка на таком коврике и шарик отгоняющих злых духов. Нет, у меня нет этого хрустального шара, у меня был только хрустальный шарик-подвеска где-то там на глубине сибирских руд. Но я тут намарафетилась, я решила, что вот это, ну вот прям сильно катит. Платье, наверное, надо было какое-нибудь одеть. Но что-то я не дошурупила до платья. Вообще у меня вчера компьютер слегка помер, обновила не совсем удачно, не совсем то, что нужно. И не хочет у меня винда с Linux'ом жить. Или я сама не хочу, поэтому она тоже не хочет. Ловит мои мысли. Ну и я тут это... Оказывается, надо отдыхать. Астахановским методом, как мне сказали, за 3 дня 2 главы тайпить, это все-таки действительно, даже для меня это как-то устал. И сегодня я чуть было не уехала на дачу, но вот погода, конечно, разыгралась, но вот они решили, что мы не едем сегодня. Мистика, потусторонний мир, жизнь после смерти, это, видимо, был вопрос, один из, типа, жизнь после смерти, ну, я не знаю, я всей этой фигней увлекалась, писала там 13 лет, потом через 10 лет доделала Инферносферат, кому интересно, гуглите, или на странице канала есть ссылка на архив.org, там где-то я есть, на мою эту всю билибердистику. Ну и, соответственно, да, вот это все изучала, мне чисто нравилось это все изучать. С НЛО я не сталкивалась, это братья моего дедушки по линии мамы сталкивались, говорят, даже фотографировали где-то там на границе с Калядином, с Тверской областью, ибо они такие все калядинские. Но вот мне что-то не встречались ни привидения, ни НЛО, никаких вот этих мистических моментов не было, никто ко мне не являлся. Я не знаю, эти вещи и сны связаны как-то вот с этой мистикой, ну, было пара, но они все вот такие были в основном на нашу автокатастрофу, и как-то вот так. Вообще, я думала, обдумывала этот видос, планировала, время-то я хоть засекла, ну, примерно засекла, примерно представляю, во сколько я там начала трандычать. Ну, в общем, мистика, потусторонний мир, жизнь после смерти, я не знаю, мне кажется, жизни после смерти нет. Еще был такой момент, я не знаю, на странице ли или это не на странице, или это тупо в личке было, я потом где-то нашла, фиг знает, или я тыркалась по ссылкам. Некий мальчик, который сначала что-то смотрел меня, потом перестал смотреть. У него еще на аватарке такая страшная морда лица, я вот когда вижу аватарку, мне иногда кажется, что это морда лица так и есть. Он мне в личку писал, без понятия, как его зовут, ему то ли 18, то ли 19 лет, на художника, что ли, он там учится. Рисунки такие в стиле аниме мне посылал, намыло. И у него вроде я или где-то, ну, в общем, суть такая, что видела какой-то видос, и там как вот рисуют девочку, которая становится сначала младенцем, потом бабушкой, и что вот
после смерти, там где-то в комментах было написано, что что после смерти человека, это когда умирает, он где-то рождается, что там где-то какая-то такая легенда есть. Знаете, вот когда я за бабушкой за своей наблюдала, вот она иногда спала, вот этот младенец с младенцем такой радостная. И я у нее была и богом, и чертом, и мамой, кем только не была. И вот когда я была, она видела во мне маму, она: мама, там поверни меня, да, вот я подумала еще тогда, что вот, ну, может быть такая теория, что если человек там умирает, то он, ну, этот же человек где-то рождается. Я в реинкарнацию могу верить, да, потому что где-то была такая картинка, еще в детстве у меня маман показывала книжку, что вот в Древнем Египте был такой, ну, допустим, рисунок, да, древнеегипетский, где изображен человек один в один Пушкин. Вот предыдущая книжка как раз по Пушкину. Ну, у меня маман просто фанатела от Пушкина, я даже решила всю эту полочку оставить с книгами, все, что сохранилось и не растащилось длинными руками Пушкина, сотоварищи. Ну и да, вот я, допустим, такую телегу продвигала в жизнь. Вообще, чисто Стёба ради, на самом деле, это вот, допустим, македонец там через сколько-то лет переродится, да? Но это уже, наверное, ближе к религии. Вообще, мистика, орфизм... В свое время на первом курсе я хотела писать работу по орфизму, по истории религии, но у нас, в общем, экзамен, который должен был быть зимой, с этими контрольными, рефератами и прочей такой лабудой, он перенесся на лето, и в результате у нас был такой тупо экзамен, хотя я тогда повредила ногу благодаря одному уроду, и 2007 год благословенный. И, соответственно, с разрешения препода не могла посещать, ну, точнее, не посещала, потому что мне было очень тяжело ездить утром, вечером возвращаться с этой больной, хромающей ногой. И он мне разрешил, но он мне стал стебать девчонкам, говорит, что вот, да, она там хочет этот парафин писать, она ничего не найдет, никакого материала, нафиг они мне передали, я с распечаткой на следующий день к нему явилась. Суть такая, что просто вот именно про этот орфизм, мистицизм, ну, вот эта вся... Хренатень близка, она мне нравится, но привидений в моем доме нет. Но бывают такие моменты, знаете, положил поближе, найдешь подальше. Ну, это со всеми бывает, это чисто вот забываешь, куда ты сунул, и кажется, что вот, допустим, оно вот здесь лежало неделю назад, а на самом деле ты его переложил и находишь, естественно, в другом месте. Люди называют это барабашкой, да, там веревочку какую-то надо привязать к столу, к ножке стола, чтобы это найти, фигня все это. Но у меня иногда в шкафу что-то такое ёрзает, ну не знаю, лет 2006 года что-то ёрзает. Моя тогдашняя подружка Светка, она считала, что это вот благодаря ей у меня появился в то время ник «Виртуальный киллер», но это уже давно форум «Сдох» углический. Не знаю, может, жив где-то, это виртуальный, «Сказки у костра», «Виртуал киллерсон», меня еще там называли, все думали, что я мужик. А я мужик. Ну и... Она что-то считала, что у меня там живет кто-то, вот на тот момент с кем-то, с каким-нибудь там я парнем общалась, и вот его там какой-нибудь альтер-эго живет в этом шкафу, фиг знает. Я думаю, что там просто может он о старости скрипит, может еще что-то, ну мало ли что там это скрипеть может. Думаю, что это вполне объясняемо. В общем, жизни после смерти я считаю, что нет. Ну, такой вариант, что думаю, что вот, допустим, считается же, что у человека есть душа, да, и вот... Я подумала, если человек, вот женщина, она беременна, да, у нее там ребенок, вот что, у нее две души, да, это, я думаю, что, допустим, моя бабушка, когда впадала, как называется, там маразм, или там заспала, то бишь, она, ей что-то снилось, она проснулась, ничего не может понять, то ли она спит, то ли она нет. Когда вот пожилые люди, они видят вот эти галюны, можно это воспринимать как, допустим, душа ее, его, да, находится, уже вот просыпается там в чреве будущего, чреве матери будущего там ребенка какого-нибудь, если вот так вот воспринимать, да. Но один товарищ говорит, что у эльфов нет души, а я эльф, да. Эльфы — это люди, которые в свой физический возраст выглядят слегка моложе, чем есть. Не надо мне в комменты писать, что мне 60 лет. Это я слышала еще от девочки, которая на год меня была младше, и такая вся лет 14 курила и бухала, и выглядела, ну сами понимаете как. Когда ей было там, допустим, мне было 20, ей было 19. В общем, мистика, потусторонний мир. Я ехала как-то с деревни, с Выдры, вот, где младшая сестра моей бабушки живет. Ну и там, знаете, вот скрипит дерево там мимо леса, так вот подумала, что эти древние люди, наверное, думали, что вот леший это идет, леший по лесу. Вот там дерево скрипнуло, они ж не знали, как объяснить. Думаю, что это все объясняемо. Мистика вполне так. А, это я тут мысли записала, вот что следующее. Что я об этом думаю? А вот про жизнь после смерти. Ну, я вроде уже сказала, что я думаю про это.
верю или нет. Нет, не верю. И почему? Я вроде тоже обознавала. Она была, наверное, полностью прочитать, хотя бы мысленно, хотя бы перед этим повторить, да, вот это, перед экзаменом повторить билет. А я что-то про словопочила, я еще вспомнила, что мне 9:30 где-то так надо быть, опять не в том месте, но я, как обычно, в спешке села писать, вместо того, чтобы смотреть последнюю серию аниме, не скрывая крик. Так, мистика. Да, вот прочитаю. Ну что, я зря строчила, что ли, год назад где-то так. Мистика вполне имеет право на жизнь, но в то же время МБ, сокращение, может быть обычной игрой подсознания. Ну, это вот мои мысли, они, в принципе, не изменились с того времени. Жизнь после смерти, только реинкарнация. Про это я тоже уже сказала. Так, наверное, там... А, это уже следующий вопрос был. В общем, что-то мне там еще кто-то писал, спрашивал, да? Мистика, мистика. Ну, что-то я, наверное, очень быстро все это заговорила. Я так пыталась все так растянуть. Это, еще постебать тех, которые сейчас вот на видео, там все, кому не лень, я никого-то конкретного имею в виду. Вообще вот снимают, о, карты Таро, Таро о них произносят. Да? Карты Таро, там еще что-то. Ребятки, я вот не хотела говорить, но... Ну, занималась в свое время гаданиями, всей этой фигней, астрологией, натальная карта составляла. Мне кто-то год назад в комментах пытался выдернуть там это, натальную карту моей мамы составить. Там пытались узнать у меня время рождения ее, не время рождения ее не знаю. А сейчас уже спросить не у кого, Маруся. Ну, может, моя тетя знает, но мне, в принципе, это не интересно. Нашу аварию я вообще на картах нагадала за 1.5 года до аварии. Моя мама мне в свое время в 3 года в лапы карты вложила, у нас что-то все так страдали, этой фигней. Бабушка там что-то себе нагадала дедушку своего мужа. Ой, я вспомнила, хотела сюда зеркало поставить и какое-нибудь привидение вам показать. А мама у меня тоже вечно что-то гадала, ну, страдала я такой фигней. Ну, как бы было интересно раньше, сейчас уже все это как-то отвалилось. Ну, и когда я писала «Инферно Сферат», я просто старалась там все эти... грани. Ну, в общем, мы с товарищем тут обсуждали одну тему абсолют, что я люблю все доводить до абсолюта, до идеала. Ну, как было сказано, что в этом сканете это не всегда важно. Потому что не все тебя поймут, что ты вот этот звук охренеть как долго рисовала, выбирала и думала, как он там вот, да. В общем, доводить все до абсолюта. И в этом плане я вот кучу всяких там учений пролистала, прочитала. У меня еще времен педа, там распечатки лежат, я все никак их не разберусь, руки не дойдут дочитать. Вся вот эта мистическая подоплека мне, вся эта вот лабуда, она мне, в принципе, всегда была интересна, но вот именно как там верить во все это, нифига. У меня вот та самая подружка, она какую-то волшебную палочку сидела, какое-то кольцо заряжала. Мне кажется, это вся фигня такая, это самовнушение. Вот что там, допустим, помню, мы с другой подружкой 100 раз с ней говорили, дверь откройся. Она открылась, ее мама зашла, так это, вы что там тут делаете, это, ку-ку? С ума сходите, да? Ну, что еще такое мистическое? Мне кажется, что-то все, в принципе, объяснимо. С той или иной точки зрения, тем или иным маразмом, в смысле, так или иначе. Но, допустим, когда-то люди эти древние были, они вот что-то не знали, да, вот тут же это дерево скрипит, это вот я же сказала что-то еще. Там где-то что-то упало, что-то где-то кукухнуло. Кукушка, скажи, сколько мне жить, в анекдоте, да? Сколько мне жить осталось? Ку. А что так ма? Старый анекдот, наверное, она была как-то... А, и вот что я вспомнила, ну, я, наверное, при монтаже попробую это сделать, я сегодня... возвращала основные файлы на этот, те, которые, в принципе, пользуют. Там у меня есть папка Лёлька и папка Лёля. В папке Лёля оказалось вообще совершенно что-то левое, что я должна была сделать там кому-то чего-то. А в папке Лёлька у меня там музыка, мои тексты. Рисунки у меня, по-моему, отдельно. Ну и там была такая тема. Я помню, тогда на MIDI-клаве поэкспериментировала, наложение сделала, и те, кто слушал, считал, что там лошади какие-то едут. Бегут по песочку. Вот я подумала, что ее надо в начале было, в самом начале видоса заставкой так поставить. Ты-т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 ы. Вообще не помню, но как-то так. Я бы до пианино дойти. Да, я тут даже колечко одела маминой там этой бабушкиной сестре. Ну, короче, бабушка, какой-то там семейная реликвия, блин, ё-моё. Рубин на золото. Маман в свое время постучала им об стенку, и там у него, в общем, камушек выпал, там кусочек золота так отвалился. Отвалился уже конкретно у меня, я даже не знаю где он, но ей там его присобачивали обратно тут. Аленкиным лаком намалевалась.
У меня, наверное, где-то еще была записнушка, что я там должна была записочка про это, про мистику сказать. Вот, знаете, я как-то вот так готовилась к нему, вот, все вот это, специально этот платок искала на глубине сибирских руд, но что-то вот... такой, так сказать, хотите, я вам натальную карту составлю. Да, кстати, вот эта вся фигня астрологическая, я считаю, что это исключительно психологический момент, потому что все эти аспекты, там знак в доме, этот асцендент и прочая фигня, это чисто психологическая оценка личности. И если ты там это сам себе... просто были моменты, когда я этим действительно занималась, и меня люди просили, которые уже как бы в возрасте. Не то, что я имею в виду, что там лет 100, да? Ну, уже там, допустим, не 15 и не 20. И вот всегда не понимала, нафиг вот это вам вообще. Вы что, настолько в себе не уверены, что вам надо вот эту всю психологическую муру? Ну и даже вот эту фигню, вот, ну, я считаю, что если человек, допустим, занимается каким-то действием, то он сам не должен это юзать. Допустим, дилер, он либо дилер, либо юзверь. И если ты начинаешь пользовать вот то, что пользует, то, что ты делаешь за других, и это пользуют другие, то ты уже как бы не профессионал, ты уже как бы, ну, не то, не сё, ты уже все-таки потребитель, не производитель. Поэтому я, в принципе, себе составляла этот гороскоп, и, ну, спинка маманы на 2004 год, она там считала, что я замуж удачно выйду. Я не помню, что там такое было, но чего она так решила. Я даже одно время циклилась на этом гороскопе, там вот как это вот все должно быть, но я знаю, что у меня асцендент во Льве. По-моему, без этого... Еще что мне везло очень на альтер раков, особенно овным с асцендентом в раке. Адовое какое-то сочетание. Самое худшее, наверное, в моей жизни вообще девы, это жуть какую играют роль. Не какие-то лева. Дева и лев. Дева хуже, чем лев. Но вот это на самом деле, это все такая фигня. Вот даже такую фишку взять, что я вот впервые мне попался нормальный близнец. Пусть это и противоречивый сам по себе, но я тоже противоречивая, жуть какая местами. Вообще не знаю, я тут даже Юльку спросила, что относится к мистике, потому что так меня загрузили, блин. Что еще-то? Ну, мне кажется, что все эти таинства, они, конечно, должны иметь право быть, потому что люди должны во что-то верить, большинство людей, им нужна какая-то такая там сверху поддержка. И то, что там в церковь приходят и дают кучу денежек, ставят свечку, молятся, что они там, ну, верят там, да, вот это вот, попроси там у Бога чего-то. Японский Бог. Меня тут обозвал в свое время товарищ японским Богом. Он подаяние, да, японскому Богу подарили что-то там и сказали, ну, знаешь, я хочу вот, чтобы там, ну, на экзамен там сдать хорошо. Он принял так, ну... Подумаю, сдашь ты, не сдашь, ну как-то вот захочу, чтобы тебе помочь, помогу, не захочу, не помогу. И вот тут мне позвонили, ну, человек вообще из деревни, оказывается. Ну, тот, кого не ждешь обычно, вот позвонили, и меня так сбили все с мысли, что я уже что-то не помню, что я тут втирала, на чем я остановилась. Не, я, конечно, вырежу тот момент, когда я взяла, нажала на трубку и села обратно, да, но... В общем, если я что-то тут забыла, и вам какие-то возникнут вопросы, можете мне что-нибудь такое написать. Нет гороскопа, я составлять вам не буду, мне лениво. Погадать попросите мамашу этого, как он там, забыла, фрика из Норвегии. Да, я где-то краем уха что-то читала такое еще, когда заходила на этот форум Насиков. Смотреть самого я его не могу, у меня это такое отвращение, я терпеть не могу, это когда... Кота тянут за яйца, тут аниму одну смотрела, аниме. Вообще, русские над мозги перевели, мы были здесь. Или мы здесь были, что-то такое. Ну, там оно слегка по-другому, это были... А, это были мы, они перевели, на самом деле мы были здесь. Ну, в общем, аниме это были мы. Я на 18-й серии перепрыгнула сразу на последнюю, на 26-ю пушу. Тягомутина такая, вообще жуть. Ну и вот такое вот, это относительно подобных блогеров, не только его, еще есть какие-то, чисто тыркалось, и, ну, не могу я таких смотреть. Знаете, так это, вчера тыркалось чисто как установить винду на Linux, ну, поверх Linux, оно там было совсем по-другому. Не то, что мне надо было, винда не хочет ставиться, там, я ее не хочу ставить. Поэтому она комп, наверное, чувствует и не хочет ставить. Вот это мистика, наверное, мистика. Комп меня чует, техника. Чует человека. И, в общем, ну, там тоже так растянуто говорил, такой не осиливаю.
погадать. У меня, кстати, была такая тетрадка толстая, в свое время кому-то после аварии, лет 16, наверное, была кому-то. Двоим человеком мне потом и так же карты раздала, половину еще сожгла, что-то такое поверье было, надо сжечь карты, если ты ими не пользуешься, наверное, это с мистикой связано. Еще говорят, что если девственница посидит на колоде с игральными картами, то они будут правду говорить. Мне кажется, это если у вас мозги вот здесь есть, то вам все правду скажут. Чисто сами. Ну, как говорит, по-моему, Мария Ленорман говорила, что звезды не предсказывают, они предполагают и как бы советуют вам. Я уже не вспомню эту фразу, но такая, что у меня была толстая тетрадка со всякими пасьянсами, гаданиями, какой-то лабудой. Даже кости гадальные какие-то игральные были, уже ни хрена нету. Но у меня практически ничего не осталось, только какая-то фигня по этой и по астрологии. Но мне что-то это совершенно не интересно, уже, наверное, какое-то такое подростковое увлечение было. Ну, кто-то там в 13 лет чем-то занимается, а Лёля вот астрологией всякой лабудой занималась. Такс, ну и что еще-то? Ну, наверное, если вы это все осилили, я не помню, что конкретно вы меня хотели, надо было, наверное, уточнить в комментариях последних по поводу мистики. Но, наверное, основную-то суть я сказала, не видела я привидений, со мной ничего такого сверхъестественного не случалось. Никто ко мне не являлся, никаких духов я тут не вижу. Ну, я увидела эту пробу пера, точнее, печат, пробу на золотом кольце. Никогда не обращала внимания. Какая-то фигня, типа это, снимать руками головную боль, вот это я могу. Одно время занималась. А, еще астральные вот эти перемещения или что-то такое, это визуализация, самовнушение, не знаю, как это называется-то. Одно время мы страдали тоже с подружкой, это что-то такое, что вот, сейчас скажу даже. Мне кажется, тупо самоустановка. Представляешь мысленно, если ты хочешь, чтобы от человека чего-то добиться. Я вообще дурью страдала в кульке, у меня была такая подружка, оказалась, можно сказать, бисексуалка. Наверное, ближе к бисексуалке все-таки лесбиянка, хрен ее знает, благословит ее какой-нибудь бог. Она мне потом много крови попортила. Я, точнее, думала, что мы чисто друзья, она думала что-то еще. Я представляла, как я прихожу к ней домой, ну так это мысленно, захожу в ее тело, беру этот большой такой меч, она толкинистом была, и херачу ее в себя внутри ее. Она говорила потом мне, что ты со мной делаешь? Не знаю, действовала или нет. Ну, может, она просто за собой какую-нибудь вину чувствовала, потому что когда человек делает кому-то гадости, а тот не подозревает, что ему делают гадости, и отвечает добром, то такие люди обычно себя как-то хреново чувствуют, потому что когда меня подружки подставляли, они потом говорили, Лёля, ты такая добрая, почему ты такая добрая, мне так противно, что ты такая добрая, и противно человеку было за самого себя. В общем, вот такая суть, я так к тому, что я не верю во всю эту хинею мистическую, ну, пусть она будет, я могу, у меня есть какой-то цикл, что-то там тьма и мистика, мистика и тьма. Ну, что-то такое было, вот какие-то у меня стихи были такие. Ну, это чисто вот я к тому, что я могу это написать, там описать все, офигеть как. У меня есть такой рассказик, Ладынский пляж, загуглите на Удавкоме. Если вы, у вас не крепкая психика, то можете это загуглить и почитать. Ну, я могу что-то такое писать, это не значит, что я сделаю это на самом деле. Ну и что еще-то такое сказать? Вот жалко, насики на меня забили, а то бы они прочитали этот Латынский пляж. Я думаю, их бы перевернуло не меньше, чем от записей того чувака с Норвегии, с какого-то там форума. Хотя я не читала, и что там конкретно, но так краем глаза тогда мне было как-то скучно, к насикам я заползла. Как раз еще до того, как у них этот сайт куда-то херакнулся, сдох, и получился сервак, что ли, у них там взломали. Да, еще была такая фигня, что черная кошка должна пробежать по вашим картам. Я в свое время пыталась поймать этого своего кота, у меня был черный кот, черныш. И чтобы он типа пробежался по моим картам. Не знаю, было уж не было, это уж 100 лет назад было. Ну такая вот лабуда, так это. У нас, по-моему, тогда весь двор как-то к этим картам прикладывался к разным. Эти оракулы были, летицы, еще какая-то мура. Ну и типа, о, кошка, пробежись.
Еще там мальчик, у нас была такая тусовка, мальчик, короче, один был, он тоже какой-то. Ну, библиотечные дети, они такие сказочные, они сначала занимаются чем-то таким, что им родители торкают, да, потом они занимаются чем-то уже своим. Правда, он, по-моему, в религию ударился, но он что-то там говорил, что я носил такой лунный камень кругом, он круг, он тебя сдавливает. А, еще это, короче, а, я же, да, вот про эти все астральные перемещения, да, там, или что-то такое, астральное тело, там, медитацией занималась, еще какой-то мурой, типа, там, вот это, как, левитация, не левитация, что тело куда-то выходит. Вот, слушайте, вот сейчас вообще из головы выпало, не могу вспомнить эту хрень, но что-то такое вот, что ты лежишь, там, как-то представляешь эти астральные сны, астральные перемещения, астралопитечество, хрен его знает, блин, надо же, вот это, какой мурой я заинтересовалась в свое время. В общем, что типа вот что. Такая установка. Если вы хотите достать кого-нибудь. Что бы ты ни делал, сейчас вспомню, как же. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, вспомни обо мне. Вспомни меня, подумай обо мне, почувствуй мое присутствие. Дальше уже подходите мысленно так человеку сзади и хап его. Но это чисто фигня. Что я в эту хинею не верю. Ну, хоть один на мне там, типа я, программист один корейский, он тебе это экспериментирует, там почувствовал ли ты сзади меня кота или какую-то муру. Не, ну может там сзади кто-то чихнул, мало ли. Ну, я как бы есть какой-то аниме, где мальчик потомственный какой-то там провидец этих самых, вот видит эту всю экзорцистов, не экзорцистов, какой-то муры. Ну, в общем, он не видел этих привидений вообще, и они сколько его не пугали, ему было пофиг, потому что он их не видит. Вот я, наверное, такой же, вот меня кто-нибудь там пройдет. Пока оно мне не скажет, что вот я мимо тебя прошло и пытаюсь напугать, до меня это не дойдет, да? Я, наверное, удивлюсь тогда. И что еще такое-то вам сказать? Да. Еще одна психологическая установка. Если вы там куда-нибудь пришли, и на вас все время вечно кто-то там наезжает, представьте, что вы зеркало. Едете в автобусе, на вас все пылятся, да? Я люблю ездить лицом к народу. И вот, знаете, вот едете в автобусе, скажи, мысленно сами себе скажите, я зеркало, еще представьте себя. Каждую, если фантазии хватит, каждую клеточку кожи представьте, что вы зеркальное. И вот все, что к вам, доброе или хорошее, обратно уйдет. Что еще такое? Я так извращалась, я где-то это описывала, по-моему, Венни, или Винфер, что-то такое должно было быть. Что внутри вас, еще представьте такую установку, внутри вас, но это для тех, у кого, вот, знаете, вечно чего-то не хватает этого, надо самовнушение, чтобы, ну, вера во что-то, какое-то такое мистическое, своего рода тоже самовнушение, да, это какая-то там поддержка слабого человека эмоционально, не знаю, как неуверенного себе, что ж такое-то сказать-то он, ой, я типа зеркало, да, вы зеркало, ну, представьте, что внутри вас черный круг. Да, это Винфер была, я что-то такое отписывала, который вписан в пентаграмму, там это все огненное, какая-то мура. И вот все, что вам идет от людей хорошее, да, то возвращается людям в два раза больше в тройном количестве. Это мне число 3 чисто нравится, можете на 7 умножить это. И все, что доброе вам идет, да, если все, что плохое, также отражается, а все, что плохое, проходит сквозь это зеркало, внутри кровавая такая губка, со всей болью и дерьмом все, что скопилось от людей, которые до этого там, или у вас, допустим, что-то болит, вот оно вот это все, и рикошетит обратно. Но это вообще чисто принцип взаимодействия. Если тебе человек делает хорошее, ты ему отвечаешь хорошим, а если тебе человек делает плохое, а ты ему хорошим, точнее, ты ему хорошее, а он тебе плохим, то этому человеку то никогда не делает тоже плохое. Вот как-то так, когда он не ждет. Но я тоже думаю, что это нифига не мистика. Ну, в смысле, это все объясняется как-то. Где-нибудь ты там, или, допустим, кто-то мне там пишет вот какую-то гадость, или кому-то еще на канале вот гадость. Но нормальный человек, он, по-моему, у меня кот в ручку, что он ездил. Нормальный человек не будет писать гадость, что бы он там не писали, как мне раньше, еще я так офигевала на людей, сейчас мне это уже как-то фиолетово. Можете и думать иное. В общем, что... Вот. Я там уверена, у меня в жизни все хорошо, поэтому я пишу гадости. Когда у тебя в жизни все хорошо, тебе настолько насрать на всех. Я сказала, наверное, плохое слово. У меня свечка тут догорает, и я, наверное, уже долго болтологией занимаюсь. Ну, не, минут 10 уже как-то. И что бы еще-то вам такое сказать? Так как я так и не дописала свой орфизм, я хотела эту работу сделать, потом уже чисто что-то, какие-то у меня заметки были, наметки я тоже не сделала, типа вампир, ну все вот эта вот фигня мне такая близка, она мне интересна, но я в нее не верю.
Да, если вы сидите рядом с энергетическим вампиром, поставьте стакан, наполненный водой рядом, и тогда, типа, это, он не будет задерживать энергию. Типа, за стаканом этого она как-то не пройдет, да? Фигня. И с энергией тоже. Ну, нет, конечно, есть тяжелые люди на характер. Но я думаю, это насчет вампирства, это какая-то тоже мура. В общем, я читала какой-то сборник, там, антология вампиров. У Ксюхи я тогда брала, не помню автора, но это чисто даже автора-составителя не помню, но антология вампиров, загуглите, это такая книжка, она еще чем-то смахивает на книжку с Ктулху, вот этот, Лавкрафта, была тоже у меня такая, с кем-то поменялась, не помню, на что-то сладенькое, потому что я даже не помню на что, это уже давно было, даже мне, наверное, еще в группе Ирисок, еще до Ютуба, так, что-то ведь я еще такое хотела ляпнуть. Со всей этой болтологией. Чего ж я хотела-то еще? А, треугольник, вот что. Я еще стебала там в свое время, когда общалась с одним товарищем, программистом. Прикинь, вот программист, вообще-то Лабуду верующий. Верующий программист, блин. Верующий программист Лабуду. Мистическую Лабуду верующий программист. Блин, какая писец. И вот он, я-то чисто стеба ради, но он, наверное, тоже стеба ради, я надеюсь. Я сижу на работе, и вот когда до меня кто-то докапывается, и он мне надоел, я ему пентаграмму посылаю. Вот так. Сейчас это я смотрю тут в камеру, там кто-нибудь на меня смотрит с монитора уже, когда это все было, да. А, еще Кашпировский был, вспомнила. И вот у нас что-то родня верила, там, что Кашпировский вылез с телевизора. Надо хоть загуглить, кто это такой вообще, что он живой, не живой. Еще вот вы посмотрите телек на Кашпировского, и все, у вас что-то заболит, писец заболит. Нафига люди самовнушаемые вообще? И, в общем, да, если вам человек как-то не нравится, пошлите ему в лицо треугольник. Равносторонний, равнобедренный, равноугловой, вообще вот какой-то такой идеальный треугольник. Ассоциируйте этот треугольник, тоже, конечно, самовнушение все. С финансовой частью, там, физической, там, допустим, духовной. Если человек вам зло такое делает, то какой-нибудь можете угол какой-нибудь увеличивать, на свой взгляд, допустим, проблемы у него будут финансовые, настройте его на его финансовые проблемы, на его физические проблемы, на его духовные проблемы, фигня. Или пентаграмму. Треугольник, по-моему, орфизма был такой, это священный символ, да, пентаграмма. По пентаграмме я писала работу на первом курсе, у меня на конференцию по истории или теории культуры, уж не помню, но у меня опять по нее. Но где-то у меня даже на архивах или на прозеру даже есть эта пентаграмма, там этот вот такой. Я кучу всего пролистала. У меня еще препод, у нас преподала был вообще шикарно. Ну типа все абсолютно. Так, ну, говорит, у вас вообще абсолютно все. Еще, я, наверное, говорила про этот момент в каком-нибудь видео, но был такой момент, что у нас там девочка что-то такое по Пифагору писала, но она чисто с интернета сожрала, она мне потом, правда, это все 6 лет обучения за это мстила всячески. Ну, не девочка конкретно, конечно. Женщина, лет на 20, может, меня старше, но суть такая, что надо, ну, конференции. Мужик любит эти конференции. И если бы они сдавали у него экзамены, я не уверена, что они бы вообще на двойку то сдали. И вот человек, ну, надо спросить, вопрос задать. Я согласна, я задаю вопрос, на который я знаю ответ. Он тогда, это, типа, какой символ был у пифагорейцев? Ну, какой символ? Вот он у меня. Пентаграмма. Звезда пятиконечная. Человек, блин, ё-моё, вписан в эту пентаграмму. Ну и он тогда так прикололо. Я говорю, как, говорит, я люблю людей, которые задают вопрос, ответ на который они заранее знают и хотят узнать, знает ли человек ответ на этот вопрос. Ну, конечно, она нифига не сказала, но вот такие пироги. Болтология на тему мистики около нее всего вместе взятого. Я даже не представляете, я даже загуглила в Яндекс эту мистику, посмотреть, что к ней относится, что-то меня так склинило. Вообще не могла врубиться, что к ней относится. Мне подружка пишет, все сверхъестественное, ну, хрен знает, но карты, наверное, тоже сверхъестественные. В общем, на этой ноте заканчиваю я болтологию, потому что мне надо уже пилить на велик немножко в другой район, как обычно. Всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до конца, я вам мистически дарю позитив. Фу-фу-фу. Ставьте пальчики вверх, если вам понравился этот видос. И музыка, которую я постараюсь ставить в начале. Если вы поставите пальчики вниз, меня это тоже очень порадует. Прикиньте, блин, вас зацепило. В вашей
унылой жизни случился какой-то маразм, какой-то стимул, не знаю, какое-то такое, что вас зацепил мой видос. Я снимала не зря, болтологией занималась не зря, я ногти не зря красила, кольцо это одевала и всю вот эту хренотень ставила. Даже доставала этот свой астрологический круг, кстати, сзади, вот там какая-то школьная гадалка, из журнала Маруся еще были какие-то эти шарики. И даже записи какие-то, одна треть знака. Какая-то основа, как вот эти натальную карту делать, короче, и не сбиться. Сдвиги этих 30 минут 60 градусов, блин. Или сколько они? 30 градусов. А, 30 градусов, да. Точно, 30, в 30 градусов надо вписать 2 часа, 2 часа. Так, ну да, все это, прощаюсь, да, у меня тут срывец. Водоплюй такой я. Водоплюй я не вижу. А, вот и водоплюй. И да, я придерживаюсь, если в астрологии, то я придерживаюсь традиционной шумерской астрологии. Та фигня, которая сейчас уже идет несколько лет, что там еще Солярис этот 12 дней недавно совершенно узнала. Чисто ткнулась на страницу к человеку, который написал мне в личку, я так понимаю, подписчик или зритель, не знаю, моего канала, что-то в этом роде. Потом вся вот эта мураш, что там какие-то недавно открытые планеты вписывают в эту астрологию. Традиционная астрология это... Шумерская астрология, Месопотамия, Аккад, Вавилон. Все эти боги, которые воспринимались типа как зло, потому что солнце светило ярко и нереально было жить, было тяжело, и была дикая жарища, и только ночью наступала эта лунарная мифосистема, лунарные эти религии, можно так сказать. То, что у них считалось, а как бы за зло, я воспринималась как за добро, если вам интересно, читайте Инкардосфера. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!